Но само телевидение в Хакасии – это самое яркое событие 50-х и до сегодняшнего дня. Потому что все в основном, коли телевидение охватило всю Хакасию, практически все населенные пункты, то именно информация главная должна идти через телевидение. Не только как по радио слышать, но и видеть. И это вот вся красота Хакасии, люди Хакасии, события Хакасии идет через телевидение. Я рад, что познакомился с великими операторами, режиссерами ГТРК. Это с 1969 года и по сегодняшний день сотрудничаю. И я считаю, что в 21 веке, благодаря ГТРК, передачам «Путь к себе, оглянись вокруг» и другие, они создали имидж Хакасии сегодняшний день, да? Что надо сохранять и чем надо гордиться.